Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов. Мы продолжаем кастомные уровни по когтю. И у нас, собственно, уровень сегодня, который называется «Летающие острова Wealth». Благолепие, что-то в таком духе. «Floating Islands of Wealth». Автор, вот этот труднопроизносимый ник, 29 марта 2019-го, между прочим. Больше года уже уровень. Так, все. Тут шаолинских монахов записывал, которая демка была. И там управление просто пиздец. Неудобное. Ну нет, не пиздец, хуже есть, хуже. Есть West of Dead бета, когда мы играли. Это было вообще... Вот это был полный пиздец, да. Ага, даже титры есть, нифига себе. Благолепно, благолепно. Слышишь? Так, ну-ка. Это наш. Ну, примерно, блин. В принципе, уже даже вот это хорошее место для придышки. Опа! Я смотрю, реально на записи практически не так заметно, что здесь что-то не то. Классическая нычка. Блять, тихо. Палец соскользнул. Excuse me. Вот как-то так. Я видел мои обратные вещи. Не знаю, что мужик. Вот, вот тебе за то, что... Видишь, сам вот этим вот рыганием плохо себя повел и подставил товарища, что гораздо хуже. Так, здесь либо надо было на этой платформочке изначально ехать, либо прям совсем-совсем на кончике повисать, а нам понесли. И в чем прикол, называется? Ну, я вижу, что там как бы... Ну такая себе прям страшная опасность. Я вам доложу. Видали поопаснее, как бы. Вот это классическое. Эй! Извини! Какие еще фразы из моих уст считаются шутки? Блять. Вот даже что умею, надо же. Сам себе удивляюсь. Так, как наверх? Бля, ну что-то наверху было. Но. Возможно, что-то как-нибудь перемещал. Yes. Это gold. А здесь-то в чем смысл? Ну, возможно, там внизу что-то есть, но я не хочу проверять на эти ценой своей жизни. А? Так, там есть перемещалка, уже вижу. Так, ну туда, пожалуй, не пойду. Мужик, мужик, горись. А здесь где-то был супер прыжок? Наверное, да, наверное, это и есть. Сейчас найдем.
Здесь не супер пожарный. Ну и тут наверху, да. Как я и думал. Так, сюда. Дальше я уже не ходил. Я туда не допрыгну. Сейчас какой-то из этих надо прицельно прыгать, но... Была. Ну почти. Сейчас надо с лестницы слегка. Так, чуть-чуть. Слушай, а вдруг бы я допрыгнул отсюда? В принципе, вообще может быть. Ладно, наверное, я не буду сейчас туда пробовать заходить. Потрачу сейчас всю жизнь. А, он делает с большой высоты и не успевает. Понятно, все. Знаешь, как-то по-другому. Либо он действительно допрыгивает какой-то из этих. Мне кажется, допрыгивает. Ну ладно. Все, потратили кучу жизни, нахер. Прям наверх. Да, смотрись. А что там? My eyes deceive me. This is luck. Cool, so long, cool, so long. Произошел троллинг. Классический троллинг. Опа. Так, стрелочка. Опа. Eyes deceive me. Да, прикинь, что творится. А сколько мы ради этого жизни просрали? Я не ожидал. Не, ну правда это уже все, это, конечно, все уже. Это уже не считается. Это уже можно считать. Вот. Окей, поехали еще раз. Блин, надо попробовать снизу проехать. Или какая-нибудь пасхалка там. Во, кстати говоря. Не, еще есть. Дядь. Сейчас просто сразу заберу, чтобы потом с мечом всего этого не делать. Ты же можешь? Ща, погоди, мужик, ща я приду. Ща я вернусь. Зря ты это сделал, вот зря, вот прям зря. Да, ты, значит, тоже можешь так взять. Это прям была твоя большая ошибка. Опять же, побьел всех остальных, понимаете? Ну а там же сам делил.
там внизу было, я помню. А, тут у меня. Ну, ладно. А. Не, это. Ну. Дальше, а как же дальше, куда мы и что мне делать теперь, а? И надо ничего делать. А, там надо было, там где-то там была платформа, и надо было вниз типа, наверное, отправить. Ну я не отправил, ну что это, нет. А, даже здесь. Угу. Вот тут что? Не, вон там. Ай, конечно, пизду, все. Где там была платформа, я видел, наверху стояла там. Это тоже серии, если бы знать, где это, заранее где упаду, соломки подстелила. Знаете, это все не буду брать. Пам-пам-пам-пам. Что-то где-то тут был там. Воу! Думал, не зацепится. Два раза не ходить. Ради одной этой штуки два раза ходить как-то, тем более вот такая же. Большой прыжок или маленький движение? Так, смотри, разбегайся, надо с самого-самого краешка. Охереть. Фу, значит, не может, действительно. А просто у меня другого выхода уже не было, поэтому я... Это очень сложно. Ну, лично для меня. Это прям сложно-сложно. Так, где там стрелочка? Стрелочка, дай-ка не выебайся. Серьезно. Yes!
Так, а как мне теперь... А, вот. Я прям как что? Окей. Нифига, куда надо было успеть? Куда надо было еще успеть, если он? This moment, Cobit knew, Chloe's knew he fucked up. Stupid Malaka. Как говорится, в другой сейчас... Часто говорят таксисты в другой игре, которую я сейчас покажу на канале. И это не Ведьмак 2, как вы могли догадаться. Зачем я... жизнь, наконец-то. Да, я сам уже почти забыл, что я все-таки прохожу Ведьмака 2. Так, а что там у нас? Не будем о грустном. This path isn't on the map. Да и что вы говорите? Куда? Да... Yes! Твою мать! Ну и ладно. Надо ко всему относиться философски. Ну не взял, не взял. Если бы... Да... Если бы эти сокровища потом мог себе в реальную жизнь перевести, бы сколько собрал, только твоя зарплата за месяц. Ну да, да, а так еще. То есть я как бы немножечко глупенький, как бы, да? Подозреваю. Да. Я до сих пор. Я до сих пор не ушел с этого чекпоинта, серьезно. Представьте, Кубите, какая тренировка вот с... прыгнуть вот с такого вот положения. Вау! Прыгнуть из него. Это вообще капец. Я не вижу, что это. Да, египетская сила. А? Да, да что? Я, кстати, кажется, разгадал секрет этой штуки, в которой запускается игра. Я не знаю почему, но надо типа игру запустить, зайти в какой-нибудь уровень, а медленно-медленно там все грузит, ты выходишь полностью потом из уровня из игры. И все еще раз. Не, он там слишком плотно к стене едет. А, вот. И после этого уже, по идее, все нормально работает. Сейчас вас туда движем. Ну, вот здесь возьму, потому что это, конечно, полезная штука. Ha ha!
Ты какой жук, а? Туда сходим. Не знаю, почему туда хочу. Давно подзабытые вот эти вот ощущения. Когтяные. Боже, какая же музыка отличная этой игры. Просто вот. Так, результатом всего, если пойти туда, невидимость. А, хотя невидимость, в принципе, здесь можно собрать. Тогда я вообще, ну там, да, если перемещал к сокровищам. Так, тихо. Так, что у нас тут, что у нас тут? Не помню. Реально, вот куда здесь надо, чтобы... Ну и как-то по-другому надо идти, видимо. Так, не-не-не, нахер, все, мне нужен до следующего чекпоинта. А, из целиком он. Во, вот теперь можно пойти побродить. А по идее чуть ниже сейчас должен спускаться. А, у нас сейчас. This will be tough. Так, а где там супер прыжок-то был, который вот это вот взять все? Там нет что? Я помню, он был. Возможно, я его просрал там уже. Ну, надо было какой-то из мест зайти. Он вот сюда надо зайти. This path isn't on the map. Да-да-да-да. А еще, наверное, сюда успеет. А, нет, это так. Ну,
сюда и надо было. Ну ладно, это первая жизнь по Росаме. Пошла, правда, пропустил несколько мест, но это, видимо, моя первая. Да нет, и так вот можно. Да, по-другому пути. Я дурак, я дурак. Я ж видел, что... Ну, суперпрыжок вам не для этого нужен. Идиот, идиот. Ну, чё? Гордиться нечем, это так. О, классно, кстати, сделано. То есть даже когда ты... Бля! Когда все монетки собрал, то всё равно показывает этим. Просто надо немножко по ним разбегаться. Вот и все. А, не, я думал, суперпрыжок что-то сюда залез, но... Конечно, надо было по этим на супер. Ну, не знаю, зачем он здесь нужен. А, во, прям там перемещал. Ну ладно. Ну, с первого раза зайти во все места в новом уровне, который ты никогда не видел, по-моему, невозможно. Ну, можешь, конечно, если ты невероятно крутый вообще. И вообще. Надо мной еще сдумал. Так, что там внизу? Там. Я не буду брать колечко. Лежи здесь дальше. Идея, это надо вот...
Ну, допустим. На что она рассчитывала? Так. Возмездие! Ой, не. Не-не-не-не-не. Так, блядь, вы издеваетесь, что ли? Атас! Не сохраняшки так далеко сейчас. Не скажи, недалеко, конечно, очень. Просто если ты более-менее стараешься во все заходить, то... Ну, хотя, в принципе, как в оригинале... Нет, в оригинальной игре были сейв-поинты, именно совсем сейв-поинты, и были те, которые просто... И чек-поинты. Чек-поинты там были довольно-таки близко. Так. И на лианах, значит, надо на будущее. Вообще, надо себе взять за правило, как попадаешь на лиану или на цепь, ну, конечно, даже вот эту наболтающуюся хрень, а, вот, то надо поболтаться немножко, типа разведать обстановку. Вникнуть, так сказать, в происходящее. Слышишь? Окей. Вот, не де... сразу не прыгай. Наверное, где-то что-то в этих местах есть, но что-то в этом, наверное, есть. Не, погоди, вот здесь вот он должен долететь, здесь он прям очень должен долететь. Да. Как-то уж слишком здесь было. Здесь такое местечко. Блять, а вот что здесь проход, а не пропасть? Don't understand what's happening now. Мы везем с собой кота. Так, все. У меня нулевая жизнь. Так, мне нужно... А, он сам еще перескакивает, это вообще привез. Значит, скорее всего, это надо было, чтобы на лестницу запрыгнуть. Ну, бля, пиздец. Мне надо на ту, на правую, ну как? Я не знаю. Ну, ладно, давайте, вот 35 минут. Я, честно говоря, просто не хочу опять с самого начала. Если бы можно было где-нибудь здесь посередине, но с самого начала не хочу. Но неплохой уровень, неплохой. Возможно, даже стоит его... Ну-ка, сейчас. Сингл, кастом. Дайте я на всякий случай запишу. Что у меня тут есть? Это что? Floating Islands. Floating... Вот так вот. Ой. Ой. Фу. Страница отрывается. Все, а пока что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Процессии, Капов Крип. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании есть, очень сильно поможете, если поддержите. А вот, и плюс там ссылки на группу, на все остальное в описании есть. Все.
Всем пока. По когтю, в смысле, грубо.